Личное дело Шарафа Рашидова, как студента филологического факультета Узбекского государственного университета, ныне САМГУ, хранится в архиве Самаркандского района. Судя по записям, на учебу высшее учебное заведение будущий государственный деятель принят по приказу под номером 138 от 10 сентября 1937 года. На первой страничке оригинального документа прилагается испытательный лист с фотографией молодого Шарафа Рашидова. Здесь говорится о его допущении к приемным испытаниям в 1937-38 учебном году на филфак. Ниже показан перечень предметов с последующим оцениванием. Листая странички личного дела, можно увидеть в трех экземплярах характеристику на студента четвертого курса, где говорится, что со дня поступления в УЗГУ Рашидов упорно, серьезно и систематически работает над своим развитием, и этим он добился нужных успехов. Это подтверждается его отличной успеваемостью. Товарищ Рашидов работает и в области поэтического творчества, имея в этом несомненный успех. Им написано более 200 стихотворений, говорится в характеристике. До поступления в Госуниверситет Шараф Рашидов учился в педагогическом техникуме города Джизака, откуда он родом. Об этом свидетельствует аттестат об окончании педучилища. Итоговые отметки с пометкой «отлично» стоят по 16 дисциплинам из 18. А вот, казалось бы, по самым легким предметам – рисованию с методикой и труду – он оценен как хорошист. Сегодня Самаркандский районный государственный архив оказывает архивные услуги физическим и юридическим лицам, а также организациям, предприятиям и учреждениям Ургутского и Тайлякского районов. Здесь хранятся документы, сформированные в период с 1919 по 2021 годы. Общее количество ценных бумаг в камере хранения составляет свыше 123 тысяч.